27 сентября состоится Всероссийский фестиваль памяти Андрея Петрова, гениального композитора, автора лучших киношлягеров для советских кинофильмов. Будут исполнены его лучшие кинохиты из «Служебного романа», «Осеннего марафона», «О бедном гусаре замолвите слово». В рамках фестиваля в областной филармонии пройдет концерт оркестра народных инструментов имени Бабанова. Анна Окладникова побывала на репетиции. Эти кадры вам ничего не напоминают? Утренний ритуал в каждой организации, особенно там, где есть женщины. Кто-то делает макияж, кто-то готовит свое рабочее место, остальные же просто настраиваются на рабочий лад. Если все еще затрудняетесь ответить, то дадим небольшую подсказку. В филармонии, словно в одном из московских статистических учреждений, артисты готовятся к выходу на сцену. Уважаемые артисты, прошу всех пройти на сцену. Не подумайте, мы не сравнивали статистику и искусство. Как раз о последнем только и говорим. Артисты филармонии, словно в фильме Эльдара Рязанова, проживают сюжет «Служебного романа». Конечно, не в буквальном смысле. Артисты уже на сцене. Через несколько секунд зазвучат инструменты и начнется настоящее волшебство. В нашем случае по мановению не волшебной, а дирижерской палочки. Знаешь сюжет фильма, когда известно, собственно, о чем идет речь, наша самая главная функция – передать, как минимум передать, а еще лучше, чтобы донести для тех, кто не знает, ну, может быть, эту музыку, это музыкальное произведение. Это действительно очень ответственно. Услышать популярные композиции может каждый, ведь сегодняшняя репетиция – лишь подготовка к 10-му Всероссийскому фестивалю памяти Андрея Петрова, композитора, из-под руки которого вышли лучшие киношлягеры для советских фильмов. Кроме мелодии и «Служебного романа», программа концерта включает в себя исполнение кинохитов из «Осеннего марафона», «О бедном гусаре замолвите слово», «Человек-амфибии» и других. Кроме того, в день, когда зазвучат знакомые песни, именно 27 сентября, оркестр народных инструментов имени Бабанова открывает свой новый концерт. Сезон. У нас достаточно разнообразный репертуар в этом сезоне. Запланированы концерты с участием наших солистов. Это будут и сольные концерты, а также будет программа, посвященная композиторам-землякам. В программе будут звучать произведения Антония Оренского, Рахманинов, Лядов. Уже в это воскресенье в рамках фестиваля памяти Андрея Петрова Новгородский оркестр даст два концерта в 15 и 19 часов. А для тех, кому не хватит билета, повтор мероприятия состоится 22 октября. Анна Окладникова, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.